Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Бокси, робот, страшная морда. Вышел он из зоны комфорта. Кто его создал, неизвестно. Нападает робот нечестно. То он ящик, то морозильник, то он гриль, а то он мобильник. Пробирается в магазины и ложится он на витрины. Микроволновкой был сайрон, его купил, в дом он его принес. Ой, что тут началось? Сел читать инструкцию, зайди реконструкция. Бокси стал самим собой, съел сирену с головой. А потом прыгнул он прямо в мусорный бак, превратился в планшет и лежит там вот так. Мимо мусорки статуя медленно шла, и, конечно, в ней планшет она нашла. Крутит, вертит, он не включился. Что ж, наверное, он разрядился. Побежала срочно в квартиру и зарядник сразу включила. Боксибу ударила током. Статуя на стуле сидела и на все на это смотрела. А потом взяла молоточек и от Бу остался кусочек. Бокси-Бу паук в лесу дремал, но тут разбудил его сигнал. Это пожиратель сайрона, приятель, через лес ему тот звук подал. И паук не может больше спать, побежал он поезд догонять. Но поезд сильно гонит, наверное, не догонит, и хитростью его придется брать. Звонит одному дружку своему, чтобы он рельсы разбил кое-кому. А поезд несется и видит пробел, но затормозить он не успел. И скатился с рельсов кувырком по горе. Ну а Бокси потирает лапы в норе. К поезду он быстро приполз, внутрь он его вагон заполз. И нашел он самый тот гудок, выдрал его с корнем дурачок. Вышел из вагона, там полмиллиона поезда друзей стоят в кружок. Бу в коробку спрятался скорей, столько не имеет он друзей. Драться бесполезно, и в коробке тесно. Чувствует, летит он все быстрее. Поезд, Бокси, Бу, пожиратель приключений, вечный искатель. Укатил на северный полюс и в пургу попасться изволил. Он в пещере думал согреться, но не справилась его тельце. Мерз он в льдину и откололся, кубиком по снегу пронесся. Утречком Дед Мороз высунул красный нос, видит он у двери лед с поездом внутри. Свистнуло 2000 эльфов, так как выскочит, стали феном его греть. Он растаял, офигеть! Только он без сознания, и снится ему, что он ловит людей и кладет шаурму. И в реальности он даже эльфа схватил, только Дед Мороз его поколотил. Паровоз очнулся и хочет убежать, но его щекочут. Эльфы в мишуру наряжают, ну а Дед Мороз надевает бант большой на его коробку. И не высунуть теперь морду. Грузчики потом прикатили, все подарки в него набили. И теперь он вместо оленя желаний милых детишек путешествует он по крышам. Ехал в город толстый мистер Пикл.
спокойно под солнышком знойным мимо мистера хотят пройти, а он не пускает, на них направляет шланг с водою, чтобы их смыть с пути. И монстры в рассыпную быстро побежали, и полицейских сразу они громко звали. Полиция приехала, но мистер Пикл скачу скорее на свой черный мотоцикл. Начались по городу большие гонки, Пикл из багажника достал зеленки, и такими капитошками в них начал пулять, чтобы от полиции скорее угнать. Но в полиции все мастера пинг-понга взяли и отбили они всю зеленку. Отлетела она в мистера, и он не увяз, выполнять теперь полиции приказ. Две коробки Бакси-Бу стоят, все из-за угла на них глядят. Это испытание монстра выживания, правильную выбрать Бу хотят. Сарен палку взял, коробку пнул и ее немножечко качнул. Она расстегнулась, монстры все пригнулись, Хаги даже кинул в нее стул. Вот из нее вылезла вдруг горка, и монстры ходят вокруг. Толкают легонько, но горка молчит, значит, ничего им не грозит. Начали кататься и на горке играть, все в трубу залезли и тиктоки снимать. Стали внутри, а горка берет и вторую Бокси-Бу как пнет. Та проснулась и открыла рот, захотела горку съесть, но плевала прямо в Бокси-Бушечный живот. Бу наелась и обратно в дом залезла, но горка с ветерком. С Бу славно прогулялась, ну а потом вся сжалась, и вот опять стоят. Да это опечатанный завод, в гости никого к себе не ждет. Но игроки однажды вошли туда, один на куклу ножкою встает, и кукла запищала, рот раскрыв, изрядно напугала и забыв. Вдруг обо всем на свете затопали, как дети, растоптали Хаги, отомстив. Но прямо из тьмы выходит на них Хаги огромный, ловит всех их. Но двое смогли из его лап сбежать, и не стал их Хаги догонять. Ведь они бегут прямо к маме, и вот она одного схватила и в рот кладет. Ну а последний бежит, что из сил, в поезд он скорее проскочил. А там на полу стоит предмет, музыку играет тет-а-тет. А потом открылся монстр, появился, дверь закрылась и погас весь свет. Бокси-Бу с ворот открыл, игрока он тотчас проглотил, и обратно в ящик с музыкой звенящей он молниеносно заскочил. Сиреноголовый Бокси-Бу бегал за овечкой на лугу, поймал ее и слопал, ну а потом за шлепой погнался, но не давил. Ему его поймать он морду ободрал, и Сарен-Бу ее в коробку вжал, и к дереву прижался, но ветер вдруг поднялся, листвою завалил Бу и пропал. И вот на лужок пришел паренек, с собой подружку он приволок, ей сделал сюрприз и цветы подарил, в танце на лугу с ней закружил. Отвлекся она прогулять, вышла и увидела коробку опять. Думает ей, это сюрприз, схватила ее, будто суперприз. Сарен тут от боли заорал, выскочил из кучи и поймал ту девчонку в лапы, она не слабо поставила ему большой фингал. Но он все равно
стар в глубине обитает, ты никто об этом не знает. Он скрывался целую вечность, уходил на дно в бесконечность. Но однажды по океану шел корабль, следовал плану. Монстры на корме развалились, даль смотрели и веселились. Хрен вдруг у корабля из-под ног земля, у монстриков ушла, волна их загребла. За борт зацепились, а с дна страшилища поднимается наверх и сейчас сожрет их всех. Унитаза головы своей головой ухватился за борт и свободной рукой. Всех друзей у нас судно закинул опять. Жуткий бунт тут начинает нападать. Прыгает он через корабль и хвостом он лупит не слабо. Развалил корабль на щепки, монстры на волнах словно ветки. Блум туда-сюда их кидает и пугает, рот открывает. А во рту бескрайняя бездна, не уплыть теперь бесполезно. Как вода ворот их вовнутрь делись, не знаю. Синий в неприятности попал, спотыкнулся и с горы упал. Весь переломался, с жизнью попрощался. Еле-еле Сайрона позвал. Сайрон на ракете прилетел, синего забрал и улетел. Он его починит, пластинами начинит. Киборгом он стал и зазвенел. Сайронов парк ночью пошли, банда грабителей им на пути. Встретилась и их давай задирать, все хотят у них скорее отнять. Только киборг их одной рукой раскидал, ну а Сайрон к дереву их привязал. Дальше идут, кто-то орет, провалился озеро под лед. Клешни растянул, ими смело он под лед нырнул. Вытащил наружу розовую тушу, одеялом теплым обернул. Точнулась и сказала фи, и теперь пощечину лови. Страшный и ужасный стал ты их прекрасный, притронуться не можешь ты ни. Тренировки по йоге Чарли мчал по своей дороге. В клешнях он тащил себе пиццу, не хотел ни с кем не делиться. Видит он на рельсах коробку, тормозит, но очень неловко. Пиццу он, конечно, роняет, а коробка ее съедает. Чарли ужасно зол, коробка и футбол сыграл. В доме день рождения, это ведь везение, чтоб подарок прилетел, он открыть его хотел. Ну а Чарли звонит в дом, и стыдно ему, что разбил два окна, дверь открыли и тут именинник. Пока Чарли дверь открывал, а коробка в боксе бу гостей сожрал. В комнату зашли, обалдели, рядом с боксе бу они сели. Чарли видит тут одним глазом, что коробка вся напряглась и начала сама открываться. Чудище, давай появляться. Чарли сверху прыгнул на крышку, не дает открыться малышке. Тут нашлась под креслом веревка, завязали крышку ей ловко. Чарли взял ее и умчался, чтоб никто к ней не попадал.